где взять энергию, чтобы уйти из абьюзивных отношений? Ну, во-первых, нужно посмотреть, вы хотите именно энергию где-то взять, или вам нужно просто где-то взять денег? Что я имею в виду? У вас есть финансовая подушка, чтобы уйти из абьюзивных отношений? Чтобы уйти из отношений, не нужна энергия, нужны просто деньги. Если у вас есть деньги, вы можете снять себе квартиру, вы понимаете, что вы можете заплатить там за несколько месяцев проживания, пока вы найдете работу, если вы находитесь в финансовой зависимости от мужчины. Вы понимаете, что вам не нужно будет своим детям как-то устраивать там какой-то суперстресс своим уходом, а вы сможете им продолжить обеспечивать тот уровень жизни, который у них был, да, по возможности. И у вас есть деньги для того, чтобы элементарно себя прокормить или же отбиваться от этого абьюзера с помощью адвокатов, если это понадобится. Поэтому прежде чем принимать решение полностью уйти из абьюзивных отношений, вам нужно обязательно иметь финансовую подушку. Вам просто нужно поставить цель на деньги и понимать, что вам необходимо иметь такую-то сумму денег, чтобы первые полгода вы, например, могли не работать, но при этом вам хватало на элементарные вещи, на еду, на арендовать квартиру, на поездки на такси, если вы ими пользуетесь, да, вы к этому привыкли. Поэтому аккуратно готовьте себе почву, собирайте денежку какими-то способами, если вы не работаете в этих отношениях с мужчиной, да, то есть у вас нет своих денег, откладывайте, собирайте, и только потом у вас деньги равно энергия, только потом у вас появится вот эта энергия, про которую вы говорите, для того, чтобы уйти. Ну и, конечно, самое важное, что не рассчитывайте на мужчину, не думайте, что мужчина вас просто так отпустит, еще при этом он вам как-то будет помогать, даже тем более, или даже если вы уйдете с детьми, вообще на это не рассчитывайте, потому что, как правило, если вы уходите из абьюзивных отношений, когда вы уходите от мужчины-тирана, от мужчины, который вас унижает, там, обзывает или, там, не дай бог, бьет, то однозначно вам нужно понимать, что он вам будет мстить. А что значит он будет мстить? Он не будет давать вам денег, это точно.